Так, друзья, так как я очень люблю рыбу, поэтому будем готовить сегодня мойву, а именно будем ее жарить. Промываем ее в проточной воде. Обваливаем в муке, так, чтобы не оставалось никаких просветов. Уложим ее в кипящее масло, обжариваем, потом переворачиваем. Посмотрите, какая получилась корочка и рыбка. Очень вкусная, хрустящая на вкус. Видно, что трясутся мои уши. Видно, в прошлой жизни был котом. Всем приятного аппетита.